В начальный период голландского цветочного натюрморта известно лишь имя одного харлемского мастера, работавшего в этом жанре, Ханса Боллинджера, родившегося в Харлеме около 1600 года и умершего после 1670. Уже самая ранее известная его картина «Цветы и фрукты» показывает, что художник был активным приверженцем утрехтского караваджизма. Резкие удары света выхватывают из полумрака головки цветов розы и тюльпана и стоящего на столе букета. Скользят по пирамиде из трех персиков, рельефно выделяющиеся на фоне погруженной в тень плоскости стола. Этот излюбленный прием утрехтских караваджистов – привлечение для моделировки объемов сильных контрастов света и тени, обыгрывание ударов света во мгле – отныне становится важной частью образного языка цветочных натюрмортов Боллинджера. В таких более поздних натюрмортах, как букет в стеклянной вазе 1633 года, тюльпаны в вазе 1639, букет 1644 и ваза с цветами в стеклянной нише, Боллинджер еще более смело, чем в стокгольмской картине, использует светотень как основной инструмент для трактовки взаимоотношений вещей, образующих натюрмортную группу. Решение сюжета в этих цветочных букетах довольно интимно, а сами натюрмортные группы слишком замкнуты. Гораздо более широкими и открытыми композициями являются его фрукты на столе, о чем можно судить по картине 1650 года. Рассыпанные на каменной плите стола ягоды, смородины и вишни дают представление о богатстве и щедрости голландской природы. Дата смерти художника пока еще точно не установлена, и ее определяют приблизительно, исходя из даты последней его известной картины «Ваза с тюльпанами» 1670 года.
Thank you.